Вот я что-то уверен, что я сейчас, да, за обычного пеглина выйду на 15-е и выиграю. Вот я вам говорю. Что, чат, забьемся? Дамы и господа, добрый день. С вами Варлок, и мы сегодня играем в пеглина и с челлендж. Да, вот чат говорит, что ты много выигрываешь. А спорим, что ты выигрываешь только потому, что возвышения низкие, а твой скилл вообще не прокачался. А я говорю, нет, ничего такого подобного. Ничего подобного. Вообще, тут чисто на скилле тащим. Вот я говорю, мы сейчас пойдем на 15-е возвышение, на обычном стандартном пеглине, и с первой попытки его пройдем. Да, я ставлю синюю футболку. Если я сейчас не прохожу с первой попытки 15-е возвышение, да, то тогда синяя футболка до конца недели. Я готов. А я ничего не. А вот я вообще не боюсь. Вот абсолютно не боюсь, я уверен в себе. И сейчас сделаем. Затащим, вот без проблем. И красная команда срубит огромный куш монеток, потому что синие пойдут ва-банк. И мы тоже пойдем ва-банк, да? Да. Вот так и будет. Давайте, 15-е возвышение, классический пеглин, как в старые добрые времена. Поехали. Бабах. О, да, эти релики мне нравятся. Так, чат хочет ставку на весь забег? Не, давайте ставку на каждого босса отдельно. Или что, не на весь забег хотите ставку? Не, давайте на каждого босса. Я думаю, на каждого босса надежней. А вот уже кто-то сделал вместо меня. А, ну уже... Модераторы справились, ставка на весь забег пошла. Давайте, красная команда, идем ва-банк. Я вам обещаю, сейчас будет победа. Так, хорошие релики, прям классные. Угу. Проща, урон камней плюс 1, плюс 2. Буду очень внимательно играть. Вот фокусируемся, да. Это очень сильно усиливает пеглина в начале. Вот прям плюс 1, плюс 2 на камни, это весь урон. Стейк, да, вроде хорошо, но, честно говоря, не на 15-м возвышении. С щитом, да, без щита пока нет. А порох тоже классный. Порох тоже классный, но мне кажется, нужно брать прощу. Нужно брать прощу и идти на элиток. Элитки выигрывают забеги. Там лучшие релики падают. Там лучшие победы делаются. Фу, так, играем. Поехали. Все, я готов. Кинжар. Кинжар 1,7 урона. Ага, надо вспомнить, как играть пеглином стандартным. Вот сейчас бросаем и критуем, да, чтобы не получить урона от... чтобы не получить урона, да, от цветка. Хорошо, отлично. Монетки собираем. Монеток мало, очень важно монетки еще. Теперь бомбочки пошли. Нужно две бомбы на этот ход. Не одна, а две, чтобы без урона выйти вообще. Раз и чуть-чуть не хватило. Капелюшечки не хватило. Так, у нас трешарик в колоде. Его будем пропускать. А сейчас очень-очень было бы хорошо бомбу еще одну бонькнуть, да? Обновим стол. Стол не обновим, обновим стол с врагами, да, уберем их. И да, план перевыполнен по бомбам. Красная команда, где ва-банки? Ва-банки пошли, 120 тысяч поставила красная команда и 300 с хвостиком тысяч синяя. Я гарантирую, сейчас все будет, сейчас все сделаем. Эх, на самом деле можно было еще монеток подсобирать, но, ну нормально. Нормально, без урона почти прошли. И первые релики, ага. Давай смотреть. Шраматизатор контузии за бомбы дает урон. Ну, слабенький. Он 5-6 не будет, а то он 5-6, потому что взорвались бомбы. А, никаких шуток, играем абсолютно серьезно. Размножар. Раздваивает криты и эрки. Но на самом деле немножко слабенький. Да, урона у него нет. Почему-то показывает, что он 2-4. Но он 2-4 не будет. Это баг. Ага. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, 2-4 он не будет. Нет. Вот парные шарики, да? Типа такой мини-матрешка. Их двое, но у них урон увеличивается с прокачкой. Вот парные шарики, может быть, неплохо было бы.
А мы пойдем на эту элитку. Да. Так, 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 так. Сюда. Потом сюда. Потом можно в магазин зайти, можно не заходить. Билд на мономяч и камни. Ну, тут такое дело. Типа, мономяч еще надо найти. А не факт, что найдем. Поэтому рассчитывать на это не стоит. Нравятся ли мне эти парные шары? Шаршки. Но это не лучший шарик. Это не лучший шарик. Особенно в начале. Урон очень маленький. Для начала. Только 2-3 на втором уровне. 3-4 на третьем. О, не знаю. Может и не нравится. Может и не плохие. Может и не слабые. И лучше подождать. Улучшар в начале не очень. Он слишком медленный. Что-то на всех шарах показывается бонус к урону какой-то непонятный. Как будто у нас релик этого... Как будто у нас релик ученого. Странно. Очень-очень странно. Босс Крот, кстати. Знаете что? Босс Крот значит, что мы пропускаем. Мы попробуем найти что-то с пробиванием, либо с масс-уроном. Сосульку, там, призрака, что-то такое. Либо точечный урон, чтобы нормально на кроте играть. Потому что вот мультишарик на кроте ничего не делает. Он бомбочки подрубает, но это слабовато. Пошли сюда. Угу. Эхо шарик, да, на кроте хорошо. И это на самом деле неплохой бой для нас. Это один из самых легких боев в начале, который, к сожалению, золото забирает. Ну, не забирает, а золото мало дает. Ну, может, как-то что-то нафармим. Здесь можно выиграть буквально на второй ход, взорвав все бомбы. Мы этого делать не хотим, честно говоря. Мы хотим немножко подсобирать монет, чтобы хотя бы до 50 добрать. И, по-моему, не получится. 47. Или получится. И пока нормально. Трэшарик на самом деле лети. Ничего не бойся. Зарабатывай нам монетки. Одну, две. Ну, две уже что-то. Еще одна нужна. И будет хорошо. Все, одну монетку, и мы в шоколаде. Ну вот тут должна подобраться монетка. Хотя бы одна. Ну вот одна, все, можно купить шарик и сразу улучшить. Угу. И у нас есть шарапира. Опасно. Дает круглицепсы при использовании, но дает врагам всем круглицепсы. 4-6 базовый урон, то есть прям огромный, очень хороший. Но опасно, страшно и вообще. Щит на самом деле. 2-4 урон, улучшаем будет 3-5. И какое-то такое вот типа лечение. Технически, в боях, где мы получаем урон, это лечит 3 здоровья за каждый 12 сдетый штырь. Эффект кукурузы. Присутствует, да? Угу. Не, ухудшар точно не буду. Урон огромный, но ухудшение штырей — это прям беда. Слушайте, я думаю, щит можем взять. Мне он нравится, потому что он наносит урон. Да. А не только щитует. Так, давай как-то аккуратненько сюда. Так, чтобы в огонь не упасть. Ну да. Ну, пеклин. Зато 69 здоровья. Найс, как говорится. Мой любимый ивент на плюс 3 камня. На самом деле, плюс 3 камня даст нам неплохой урон. Камни-то у нас забафаны. Наверное, в бой надо идти, что меня эти вопросики печалят. 60 уже не 69, да? Ой-ой-ой, вредный пеглин. Ну, пошли в бой. Пошли в бой, будем искать вампирик, будем искать доктора. Будем что-то решать. Мыши хорошо, мыши классно. Мышей-то нам и надо. Так, сейчас кританем здесь. Мы хотим не сразу бомбочки подрубать, а там через пару ходов, например. Ага, вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да-да-да-да. Нужно было 25 выбивать здесь. А мыши, 23 золота. Ага, хорошо. Сейчас, да, критуем.
Надеемся на 75 урона. Ай, давай, да. Еще дает нам ход на сбор золота. Теперь камень по бомбочкам одну. Плюс нужно... Один урона не хватает. Нет, больше. 16 урона не хватает. Бомбы-то ослабленные. А, трэшарик на самом деле летит. Все хорошо. Угу. И теперь добиваем их по одной. А, стол обновить будет чертовски тяжело. Эрка спряталась. Я вообще не уверен, что мы в нее как-то можем попасть. Черт, мы тут наполучаем урона все-таки. Да, обидно. Обидно. А вот это было зря. Это был очень плохой бросок. О, давай так. Да, хорошо, обновили стол. Ага. Наверное, лечиться придется. Сейчас бы до 50 золота, да, добить. Тут что-то как-то я волнуюсь. Можно тут 8 золота не собрать? Ну ладно. Тогда так. И выигрываем. Живем и сосульку нашли. Еще нашли сфербул. Сфербул. Сфербулу нужен третий уровень, чтобы он хоть что-то делал. Ну, если у тебя там 5 эрок на столе нет, да. Наверное, сосульку надо брать. Хороший урон. Пробивает. Да, сосульку берем. Теперь за реликом, пожалуйста, что-то хорошее. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Что-то хорошее, давай. Да! Да, 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 да. Дополнительный крит на столе, это очень хорошее. У нас шарики, у нас кинжар, сосулька и круглый щит. Все эти... Кстати, камни. Камни тоже, у камней хороший крит урон, пятерочка. Ох, отлично. Вот теперь точно не боимся. Вот теперь идем на элитку и побеждаем. Получаем что-то прекрасное и выигрываем игру. Я готов побеждать. Давай, сразу круглый щит вперед. Делай это. Он должен у нас критануть. Да, стол обновили. Бомбочку подрубили, молодец. Еще 3 защиты. 3 бронебублика. Ну их сразу снимут, но это хорошо. А, давай такой же бросок, наверное, еще раз. Или сюда. Я чувствую, что здесь мы крит не выбьем. Хотя... А, зря, да. Зря. Может, не зря. Потому что мы сейчас больше стола обновим, да? Критов-то у нас 2, а эрка 1. Трэшарик, кыш с моих глаз. Стол давай обновлять. Хорошо, я боялся, что может промахнемся по обновлению, но пока все классно. Кинжар. Эх, кинжар, кинжар, как бы тебя в крит бросить. Ай, в идеале бы сейчас сосульку с критом запустить. Насколько реально? Мне кажется, нет бросканов в сосульку с критом. Да, не получится. Или получится? Вот так? Может быть? Ай, куда ж ты полетела? О, а она вообще куда-то не в ту сторону пошла. Ну, это была ошибка, получается. Ай, ну ладно, так, давай здесь критовать. Да. Ну, да, что-то она вообще как-то полетела странно. И здесь можно еще критануть перед обновлением стола. Давай здесь. Максимум урона вытаскиваем. И здесь будет больно. Да, весь урон. Все, надо обновлять. 68 урона. 69, найс. Фу, молодец. А сосулька 25 хп, да? Что-то не радует, не радует. А сосулька на самом деле слабее камней. Варлок, не проиграй, я поспорил с сестрой на готовку вкусняшки. Понял. Давай так. Сосулька сегодня подводит, подставляет. Сосулька просто, вот я не знаю, что она творит. Куда это годится? Сосулька, ты там чего? Сосулит. Как-то. Не, ну тут надо стол обновлять, без вариантов. А,
Какие-то броски вообще у нас не получаются хорошие. Ну, может, вот здесь? Давай, критуй, критуй же! Ай-яй-яй-яй-яй. Не хватило 8 урона. Ладно, 155 монет есть. Может, сейчас вытащим вампирик или доктора? Насторожар вытащили. Не, это все, конечно, хорошо, но брать мы его... Или будем? Следующий использованный шар атакует всех врагов. Наверное, можно на самом деле. На самом деле, наверное, можно. И я надеюсь на хорошие релики. Маска трагедии. Угу. Когда враг получает негативный эффект, увеличивает его на 1. Копейка добавляет золото к урону. Бомберега и бомберега. На столе появляется в 2 раза больше бомб. Бомбы хорошо. Бомбы классно. Да, копейка тоже неплохо на самом деле. Но бомберег в сложных боях будет помогать очень сильно. И получается, мы идем по боям именно, а не по вопросикам, потому что бомберег бои облегчит нам. Да, вот как раз про такие бои я и говорю. Вот. Берем здесь, запускаем куда-нибудь так вот с критом. И желательно сразу 2 бомбы. А что за траектория? Интересная какая-то. Насторожар, давай. Что-то как-то помогай. Что-то подрубай бомбочки. Массурон дает сосульки, которые и так массурон сама по себе, ну... Ладно. Единственное, что мы, может быть, будем слишком быстро закрывать бои и не собирать золото. Не, ну это уже дело 10. Нам главное поменьше урона получать. Это важнее. Так. Где у нас тут еще монетки? Вот монетка. Эх. 25 собрали, хорошо. Ага, еще вот эту можно забрать. И парочку слева. Боюсь. Немножко напуган. Да, доктор. Доктора вызывали? Вызывали. Ага. Угу. Вот бы еще вот это и призрака бы. Эх, ну ладно. Доктора мы вызывали, доктор приехал. Еще один бой, улучшить доктора, полечиться на полную. Мы готовы? Да. Нужно прожить один бой. И все. Идем направо обязательно. Чтобы была опция на элитку сходить еще. А что, так можно было? Просто взять и жезл безлого хлада вытащить в обычном сундуке? Да, давайте. Хорошо. Берем. Такой, в прошлом забеге был такой же выбор, да? Да. О, хорошо. Фу, слушай, ну получается, насторожар нам уже не так нужен, но вообще это хорошо. Это классно. Так, сюда, сюда. Ага, все, пошли. Точно на элитку надо идти. Слушайте, я... О, улучшение на доктора? Да, да, улучшенный доктор. Кто-то скажет везение, а я скажу, что... Удача при мне. В смысле, скилл при мне, чистый скилл. Насторожар. Фух. Так, здесь очень важно сыграть хорошего доктора. The good doctor, как говорится. Так что давай откроем доступ к Эрке. А бомб на столе очень много. Они тут быстро всех снесут. Поэтому сейчас играем аккуратненько. А, до доктора еще дожить надо. Я вот сейчас специально, наверное, этот бросок солью. А потом разыгрывать будем доктора. Вот так вот. Бросок слить. Не торопимся. И теперь сыграть доктора. Потому что если бы я хорошо бросил, бомб много, они взорвались бы и все бы уничтожили. Доктором критануть, да? Критануть, потом эрку подрубить, и все будет хорошо.
Ой, доктора плохого сыграл. Это был не хороший доктор, это был плохой доктор. А я пожадничал. Надо было просто Верку бросать вот так и все. Вопросы были бы решены, а я что-то пожадничал. Ну что вот, ладно, все хорошо, у нас еще один бой будет. Здесь мы выигрываем прямо сейчас, там, в 20 бомбочек. Все нормально, все хорошо. Камень второго уровня предлагают, говорят, купи камень. Нет, спасибо. Возмешарие ущерба при использовании получает плюс 1, плюс 2 за каждое 25-е ваше золото. Так, смотрите. Не, ну камень, кстати, второго уровня. 4-7. Смотрите, эта штука будет неплохо играть, если золото вообще не тратить. Но я думаю, что это... Эту штуку нужно покупать на третьем этаже, когда ты знаешь, что у тебя много золота и все хорошо. Так, 31 золота. Ну... Либо доктора на троечку, да, чтобы у нас было два броска и можно было точно отличиться. Либо что-то другое. Ну, наверное, доктора на троечку, чтобы мы уже точно вот знали, что он хороший у нас. Да. Ух! Спасибо щиту. Спасибо большое щитошарику. Да, мы... Двойное спасибо щитошарику. Да. Ой. Аж сердечко ёкнуло. Ой, так, тут хороший крит сейчас запустим. Тоже бой, на котором доктор в самом конце. Сейчас будем маневры делать. Будем ждать. А вот на самом деле сейчас нужно пару бомбочек подорвать побыстрее, чтобы... Там остался один какой-нибудь слизень. Будем скидывать шарики в пропасть. И после того, как их в пропасть будем скидывать, будем играть доктора. Единственное, что перед броском доктора очень важно обновить стол, да? Так, давай массу урон не будем делать специально, да? Давай вот так. Ах, надеялся, что срикошетим в обновление стола. Ага, теперь давай. А вот так. Ага, хорошо. Снесем мышь. И теперь... Да, доктор с критом. Да. Хо-хо-хо-хо. Безграничная мощь. Все, полное здоровье. А на самом деле, если сейчас с доктором хорошо сыграем бомбу, взорвем, то будет вообще красотища. Ну, не получилось. Потеряем здесь. Полного в итоге не будет. Нас сейчас два раза ударят, но это... Это все равно все в порядке. Вышли из зоны опасности, скажем так. Тут будем добивать. 14 урона, наверное, вот тут выбьем. И тебя сейчас как-нибудь кинжаром догрызем. 44 золота, опять 50 нету, ну 45 нормально. Фу, волнуюсь, нервничаю, да. Немножко плохо бросаю некоторые броски из-за нервов, но... Доктор третьего уровня есть. Шария. Шапка. Шар. И... Киншар. Все шарики на ше. Угу. Шария хороша. Шария очень классная. Но я думаю, что нам пока что не нужно добавлять шаров в колоду. Нам сейчас нужно улучшить то, что есть. У нас тут хорошие шары. Вот особенно с сосулькой. Ой, с жезлом. Резко становится щит и кинжар. Намного круче становится. И я думаю, масса урон нам не так критичен. Против босса шапка. Да, против босса шапка бы хорошо зашла, но я думаю, нужно принимать решение улучшать колоду, которая здесь и сейчас у нас работает. Сосулька? Сосулька, наверное, да. Если улучшить насторожар, можно будет лучше его контролировать, да? Ну, а на третьем уровне это его можно вообще сбрасывать будет. Да, с жезлом кинжар, возможно, лучше, чем шапка.
Щит хорошо. Щит тоже получает нормальный буст к урону, да, и больше брони дает. Вот тут 12-й штырь, а тут будет 10-й штырь. Тоже лечение, как бы. Что еще? Сосульку. Ну, сосулька. Ну, сосульки, наверное, самый большой буст по урону, да. 3-6, она 50% получает. По урону, короче, сосулька получает больше всего урона, 50%. Щит по эффекту 20% получает, да, и урона немножко. Наверное, щит, потому что он дает и защиту, и атаку одновременно. И не знаем, какая здесь будет элитка. Здесь может Минотавр быть. А Минотавра все равно стоит бояться. Накаркал. Но кинжар первым броском. Да. Иди сюда, иди, мой рогатый друг. Сейчас мы будем тебя доить. Нет, отмена. Галя, отмена. Мы не будем доить Минотавра. Не будем. Мы его будем бить. Спокойно. Не надо. Так, будем побеждать. Да. Походу мы его не добьем. Нам не повезло с Старожаром. И тут лошарик вышел. Ай, доктора играть, не играть. Наверное, доктора не надо играть. Наверное, придется как-то пытаться. А что тут сделаешь? Вот ничего тут не сделаешь, ребят. Лошарика играем, блин. Не повезло. Вот второй, третий бросок. Первый очень хороший. Дальше пошло уже не туда. Ну и в докторе сейчас смысла нет. Че, мы 13 полечим? Надо стол обновить. Нет, надо стол обновить. А вот это было обидно. Так, стол обновляем, все хорошо. И следующий ход считуемся. Опять нет крита на рогах. Это не радует. Совсем не радует, да? Да! Есть крит на рогах. Мы получаем тоже по рогам, но мы живы. Нам нужно как-то 99 урона. Никак. 7 хп. 7. 7. Я надеялся, будет лучше. Я не думал, что так плохо будет. Лечимся. Сейчас босс. Нам нужен будет очень хороший доктор на боссе. Прямо идеальный. А улучшить может даже на Старожар, чтобы цветы сносить. Или сосульку. Сосульку, правильно. Да! Бомбы на 15 больше урона. Маска комедии. Когда получаете положительный эффект, увеличите количество на 1. Ой, маска-то! Маска-то какая хорошая. Маска просто пушка. Маска сильна. Она будет броню бафать. И если у нас будет сила-ловкость, будет бафать силу-ловкость. Но это будет потом когда-нибудь, может быть. Понимаете? А может никогда. Я думаю, на лечилке она не работает. А нам нужно выиграть здесь и сейчас. Чтобы выиграть здесь и сейчас, нам нужны бомбы. Вот все, бомбы, у нас в два раза больше бомб стартовых на столе, даст нам урона, не рискуем здесь, никаких монеток. Бомбы по 50 урона, это классно, это большой прирост. И у нас сосулька первым броском. Можем ли мы каритануть сосулькой? Может быть. А попробуем вот сюда сосульку запулим. Я верю в нее. Да, молодец, моя хорошая, 90 урона. Доктор почти что в конце. Ну, естественно, кто бы сомневался. Поэтому давай пока играть тем, что есть. На самом деле этот камень бы в центр. Да, мой камень, ты прекрасен. Ты просто божественен. Потому что сейчас мы будем щит бросать. И щитом мы будем защищаться. Нам нужно много штырей. Давай вот так. Не в ту сторону. Ну, 3 защиты тоже 3. Это хорошо. Кинжар. Нам нужно...
критовать, да, ты же знаешь. Ты знаешь наши правила. И бомбу как нужно было бы. Бомбу вообще нужно. Так. Сейчас обновляем стол. Нет, обновляем стол на следующий ход доктором. Сейчас просто бомбочку. Бомбочку и все. И может вторую, если получится. Если нет, ну значит нет. Самое важное, доктор. Медицина — это главное. Давай, доктор. Покажи им. Критани, критани, мой доктор. Мой хороший критуй. Не кританул, но мы живем. И критуем. Мы живем и критуем. И куда ты полетел? Куда ты полетел? За бомбочкой я полетел. Ты ж куда ты? Так. Камень. Но почему? Ужасный бросок. Отвратительный просто. Так, камень. Нужно бомбочку и нужно стол обновлять. Надо было стол обновлять. Вот просто вот нужно было обновлять, как хочешь. Нет. Что? Стол. Стол обновить или критануть? Вот так вот. Критуем и обновляем стол. Без паники. Все хорошо. Все нормально, соберись. Соберись и не руинь. Нужен ли нам масс-урон на камне? Нам нужна эрку. Нам нужно открыть эрку. Все. Бомбочка всегда классно. Насторожар! Три бомбы! Да! Красавец! Этот камень с масс-уроном. Мне кажется, я эрку не могу достать. Давай вот так. Худший бросок в истории. Просто худший. И пытаемся открыть эрку. Нужно обновить стол. Я не могу нанести 180 урона с пустым столом. Спасибо. Живем, крот не может подойти. Ему, кстати, цветок мешает. Поэтому давай вот так. Да. Критуй. Критуй. У меня два крита. Я не попадаю. Он сейчас нас ударит, сбежит. Но ничего, у нас сосулька здесь. У нас сосулька и бомба. Это должна быть победа. Да, это победа. Фух. Ноль сомнений. Абсолютно ноль. Даже ни секунды не волновался. Фух. Дерево даже сломали. Ставка у нас на весь забег. Внимание, ребят, ставка была на весь забег. Этот. Живем. Так. Огненный шар. Огненный шар второго уровня нам предлагают. Слушайте, на самом деле 4-7 урон. Он легкий, бомбы взрывает, щиты ломает на столе. Может реально взять его? Ну, доктор у нас есть, да? 5-9 на третьем этаже. Огненный на втором этаже очень хорош. Особенно с нашими бомбами усиленными. Прям хорошо. Не, я думаю, это классно. Ну, он по скидке получается. Так, 50 бы стоило, а тут 35. Сосульки или насторожар качать? Да, это тоже надо. Это тоже надо. Слушайте, а я возьму огненный шар. А я вот в него верю. Может, даже третий уровень ему сразу выдать. 5-9 урон. Наверное, нужно насторожар качнуть, чтобы он лучше работал. Хотя масс урон нам не так критичен. Не так критичен. Давай сосульку. Тоже там урон хороший, 4-8. И подарок. Белки нет, но подарок есть. Не, ну конечно, берем подарок. Тут все готовы у нас способы победы мы будем использовать. Нет, наверное, я не буду брать посох. Да, что-то я, наверное, не буду проигрывать рандомно из-за неудачно вытянутого доктора. Матрешка не работает. У нас урона будет вообще кот наплакал.
камни будут по единичке бить. Нет. Надо подарок брать. Надо подарок брать, ребята. Обязательно. Подарок очень хорош. У нас броня есть, да. Броня с подарком. И баллиста, босс. Наверное, баллиста лучше, чем мастина, потому что мы можем отхилить выстрел баллисты. Так, доктор первым броском можем сделать, да? Да давай, что здесь, крит? Что ждать? Сразу полечимся на полную. Ну, они нас потом надамажат, конечно. Но я надеюсь, бомбочки нам помогут, да? Бабах! И еще две бомбочки. А, у нас, кстати, два доктора. А, точно, двойной доктор. Используем доктор для фарма монеток и подруба бомбов. Да. Да, молодец. Молодец ты, мой доктор. Лечит хорошо, качественно. Бабах. Никто не стреляет, а нет, лучник стреляет. Ну, лучник. Как-нибудь с одним лучником, наверное, разберемся, да? Сейчас мы на него сосульку можно на следующий ход бросить. Рыцаря сняли, а тут без разницы, кстати, чем бросать, потому что жезл пробиваем и побеждаем. Надо было монетки еще побольше подсобирать, но хорошо. Шаромысло, новый мой, один из моих новых любимых шариков. Гигантский урон на третьем уровне, 8-10, я таких цифр вообще почти никогда не видел. То есть очень хороший урон. Но... Слепота, сосулька со слепотой. По всем параметрам лучше обычной сосульки. Но, может быть, стоит попридержать лошадей, да. Не, в магазин точно не пойдем. Но пойдем по вопросикам. И, может, найдем что-то действительно классное. Такое, чтобы, ух. Например, улучшар. Подожди, а что я ищу? Улучшар с подарком. Что мне еще надо? Улучшар плюс подарок. Да. Берешь и делаешь хорошие сильные штыри. Ну, по-моему, оно. По-моему, да. И улучшар будет доктора бафать. Я думаю, да. Не, можно огонь прокачать, да? Тоже вариант. А, здесь вроде можно фармить. Огонь не страшно, но я боюсь пойти не в ту сторону. А там релик. Релики это да. Релик важнее намного всего остального. То есть релик стоит 50 монет. Никакие попытки там зафармить 3 монетки не стоят релика. Да. А вот это мы... Подожди. А ваншот будет? Я хочу. Я хочу. Очень хочу. Но шотнет ли нас баллиста? Она бьет на 35 или на 40? То есть здесь большая разница. Я не помню. Надо ли? Конечно, надо. На 30? 30 с чем-то? 35? На 15-м возвышении точно? Слишком легко будет? Да сейчас. Берем. Берем. Конечно, берем вампирик. Надо попытаться максимальное здоровье найти. Я хотел заспавнить здесь максимальное здоровье. Повесть о богатыре Шерославе. У вопросиков на 7% повышен шанс оказаться местом с сокровищами. Кроме того, шанс того, что сокровище будет редким, увеличен на 7%. А вот это интересно. А вот это очень интересно. Давай. Редкие сокровища меня интересуют. Не, ботинок хорошо, но редкие. Да, это критруно. Ребят, оно работает? Вот это есть сразу. Шарослав, да ты сегодня в ударе. И сразу, и хорошие релики, кстати. Ну, топор не знаю. Но изумруда Кристи и дубинка прям хороши оба. Давай, одного из них, в принципе, без разницы кого. И то, и другое пойдет. Изумруда. Да, первый задетый шаром штырь плюс 10. Всегда готов. Всегда готов. И элитка в вопросике. Наша любимая. Ну, здравствуй. Так, можно смело бросать огненный шарик. Да, у нас есть урон.
Угу. У нас есть лечилка и вампирик. А урона у нас все равно маловато. У нас такая колода огромная, и в ней не то чтобы слишком много чего-то прям действительно полезного. Угу. Много таких рандомных шариков, которые вроде прикольные, но бонькают слабенько. С другой стороны, вон, смотри, брони получили, да. Камни у нас достаточно сильны. Наши камни ничего не боятся. И тоже идут и делают красивое. Да, камень на 190 вполне устроит. А мы все еще без урона играем. Кстати, плюс 20, да, штырь плюс 20. Уже плюс 30. Да, еще и крит. Ой, хорошо, и бомбочки летят. Отлично. Давай, сделаем штырь плюс 41. Вообще красота. Угу. И вот так, да, изумруда с подарком вообще хорошо играет. Слушай, мне кажется, нам не нужно доктора бросать. Зачем? Сейчас вот так вот и побеждаем. Все, просто победа, полное здоровье. Доктор даже не нужен. Бабах. Фух, выиграли. Живем. Хочу ли я добавлять какую-нибудь молнию? Молния с подарком — это сила. Но у меня такое чувство, что шаров в колоде слишком много. Надо улучшать. Улучшар. Монстера. Плюс один максимальное здоровье за каждую победу над врагом. Да. Солонка. Вместе с монстерой было бы плюс 2, просто все хп. Ай, ДДТ! Что такое осень? А? Кто знает? Говорят, небо под ногами плачущее. А ну, хочется. Хочется яд на бомбы. У нас бомбы есть, они сильные, они классные. Но монстера, наверное, автопик. Мы потратили много здоровья на вампирик, а теперь мы его будем возвращать. В некоторых боях там она дает просто какое-то невероятное количество жизней. На рыцарях всяких, вот которых много. Да. Ну, тут будет троечка. Но троечка — это, между прочим, тоже что-то. Три — это нормально. Давай улучшаем центр. Да. Хороший, качественный у нас полетел шар. Улучшар. Сразу две соточки выдает просто сам по себе. Теперь огненный тоже в крит. Запускаем без вопросов. Огненный шарик, у него еще преимущество в том, что он хорошо прыгает. Да, он легкий. И поэтому он молодец. Так, пытаться ли бомбочку включить? Да я думаю, да. Почему нет? О, камень классно, залез прямо. Сейчас шотнет. Сейчас этот камень, я думаю, ваншот повесит. Золото не добрали. Ну, а что тут сделаешь, да? Кому сейчас легко? Зато 450 урона камень. Бабах. Молодец. Портал! Обожаю порталы. Слушай, а я не знал, что у Пеглина есть порталы. Да, я думал, у него нет. Это только для... Не, портал-то, конечно, мы берем. О чем вы говорите? Портал — это да. Да. Обязательно портал. А лучше 10. У Пеглина есть все шары и релики. Разве? А вот вам вторая подряд элитка в вопросике. Как вам такая вечеринка? Да, это вы, конечно, меня балуете. Фу, неприятно. Внимание всегда приятно. А вот внимание не всегда. Так, ну надо критовать сосулькой, да? Как-то пытаться. Как? Как? Я не знаю, как. Я боюсь. Не, все равно страшно, потому что эти ребята могут быстро снести наш 43. Мы отличиваемся вампириком, но боимся. На всякий случай боимся, да? Ну, мне кажется, что нам тут никак не критануть. Ну вот это, по-моему, самый большой шанс на крит.
Но и то, скорее всего, он не сработает. Я не вижу здесь ситуации, где... Ну да, вот почти, но чуть-чуть не достали. Все равно это будет удар по троим? По двоим. Двух рыцарей снесли, уже нормально. Теперь огненный шарик подрывает бомбы с одного удара и радует всех. Угу. Да, таргет надо было поставить на дальнего врага. Вы правы, для вампирика. Потому что вампирик еще урон наносит. Ну, по-моему, все хорошо. По-моему, все в порядке. Камни можно пропускать. А стол. Проблема с эрками, кстати. Было бы отлично с этой элитки вытащить что-то на обновление стола. Да, это было бы просто волшебно. Но... Ну, сильно тоже наглеть не стоит, да? Бабах двоих. И сейчас вот кританоть бы кинжаром. Как по заказу. Да, давай. Ага, это очень хорошо. Снимаем лучника, но и этот, по идее, не доходит. Ну вот, не должен. Неудачный круг призыва на насторожар. Такой, да. Круг призыва, кстати, прям без апгрейда. Очень не очень. Совсем не очень. Надо попробовать эрко-шарик вытащить как-то. Так, масс урон нам не нужен. Давай критуем. Каким-то образом постараться эрко-шарик найти. А то меня вот это не радует. А что бы мы делали, если бы тут у нас имбы не было бы, если бы у нас колода послабее была? Я подскажу, что. Были бы мертвые. Доктор, ну открой доступ как-то к этому. Ну что, доктор? Я пытаюсь туда залезть и обновить стол. Но, как видите, да, не получается. Слушай, он нас убить может. При определенном везении. Вот как-то. А что я могу сделать? А я не знаю. А что я могу сделать? Опять ужасный портал. Добить попытаться? Эрку мы открыть не можем. Я бросаю вертикально, шарик отскакивает в стороны, бесполезно. Он больно бьет, да, а штырей нет. Штырей точка нет. Надежда на вампирик, да, но, по-моему, мы не успеваем. Мы проигрываем. Мы вот проигрываем здесь, потому что мы не можем просто обновить стол вот никак. А я не знаю, что я мог сделать. А что я мог сделать? Ничего. И портал нас в итоге подставил. Портал два раза сыграл фигню. И подстава. Кидай через верх. Куда? Кого? Какой через верх? Через какой верх? Как вот мне туда забросить шарик? Бей по штырю с 60 урона. Мы бросаем шарик 1-2. Вертикально вниз. Сосулька достала бы, да. Слушай, ну я в вертикальных бросках вообще не уверен никак. Получится вертикальный, не получится. Вертикальный обновит стол, но я не уверен, что мы его сделаем. Тут нет, ни к чему привязаться внизу. Чтобы сделать вертикальный бросок, у тебя мышка должна быть внизу экрана. И нужно навести идеально. Идеально вертикально. 4 плюс 60. Так не хватит урона все равно. Даже если мы 3 раза ударим по штырю плюс 60, то это будет всего лишь 180. Это мало. По-моему, надо бросать вертикальный, да. Этот шарик прибавит 10. Кстати, да, это правда. Вампирик должен отхилить. Давайте.
Вот что? Вот как? Фу, блин. Слушайте, ну, давайте будем честны. Да вертикальный мы бы не сделали. Без привязки внизу, без возможности прицелиться вертикально снизу мышкой, ну, вот нереально. Он бы ускочил куда-то, и там бы точно слив. Вот промах по вертикальному. Здесь, в принципе, был шанс, да. Три удара по 70-ке могли бы победить. Слушайте, ну, хорошая попытка. По-моему, это был очень классный забег, который проиграл из-за отсутствия эрок на столе, как обычно. Тебе говорили целься? Тебе говорили целься. Окей? Целься, говорит. Через 10 дней придешь, будешь целиться комментариями в чате. Отыграться? В казино, да? Двойную ставку, чат. Может, двойную ставку? Как насчет двойной ставки? До конца месяца? До конца месяца много. До конца месяца много. Надо поменьше. 2 недели? Неделя? До конца месяца 2 недели? 2 недели это много. 2 недели это слишком много. Надо меньше. 10 дней? До конца этой недели и плюс еще 1 день. Да? Ну, мы удваиваем ставку. Смотрите, до конца недели 2 дня. В воскресенье, понедельник я не стримлю. Вот. И во вторник еще буду в синий. Это уже в 2,5 раза больше. Решетка, я верю, решетка, я красная решетка. Мистер Релевант, спасибо большое за донат. Спасибо за поддержку. 5 дней? 5 стримов? Ну, 5 дней. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вторник. До вторника. 5 дней как раз до вторника. Так не считается? Почему не считается? 5 дней, все честно. Так 2 дня, а так 5 дней. Я не пытаюсь обмануть, я абсолютно честен. Это же факты. 5 дней это в 2,5 раза больше, чем 2 дня. Почему? 5 рабочих стримерских дней? А такое бывает? Месяцы, чтобы трусы были синими. Мне что, в трусах стримить придется? Давай 2 недели, но майку только на пеглине. Давайте неделю и только на пеглине. Следующую неделю, но только на пеглине. Неделю ты и так проиграл? Нет, ну следующую еще. Но только на пеглине будем синюю одевать. Да? Все, договорились, да? По рукам? Все, чат согласен. Я видел. Окей, еще одна попытка 15-го возвышения, но чат согласился, что следующую неделю, но только синяя футболка на пеглине.
Вдруг Пеглета не будет на следующей неделе? А я что? Я что ли себе делаю расписание игр? У меня всего 8 видосов по Пеглину в запасе на Ютубе. Или 9, или может быть 10. Наверное, придется стримить. Не, мне кажется, что мы все честно с вами договариваемся. Чего, арбузер? Ой. Ладно, 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 окей? Ну хорошо, все, уговорили. Ладно, 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 ладно. Пошел, пошел футболку одевать. Все, пошел, пошел. Да вы довольны? Вы довольны? Верни красную. Не иди по настроению толпы, мой герой. Воронеж, да, Настя, спасибо за донат. Все уже этот. Все. Все придется в синий. Придется в синий. Ну давайте так. Чат. Окей? Пойдите отыграться. М? Как? Как насчет отыграться? Одна попытка, да? Ну, если я сейчас выиграю, то вернем красную. Да? Ну, давайте. Мы не азартные? Ну, давайте отыграемся. Это уже было? Ну надо попытаться. Ну нельзя уходить из казино, не отыгравшись. Ну все это знают. Это же первое правило казино. Ты играешь, пока не выиграешь. И никак по-другому. Ты не можешь просто взять и вот проиграть и уйти. Это однажды дом проиграл. А было играть еще. Пока не выиграешь. Окей, давайте так. Вот сейчас выигрываю. И все хорошо. И все возвращаем на свои места. Хорошо? Одна попытка. Одна попытка вот без всяких рестартов, без ничего. Просто вот с одной попытки. Если проиграем, ну тогда буду в синей футболке. На 15-м возвышении, да, на 15-м. Давайте. Еще раз, на весь забег ставка. На весь забег, давайте. Ура, он вернулся, синий король. Мы верили, мы ждали. Синие в восторге. Сахарок, спасибо большое за донат. Спасибо большое за поддержку.
Мы выиграем. Сейчас все будет. Сейчас будет красиво. Давайте. Сделаем это. Домик для слаймов. Стены и нижние колонны более прыгучи. Берем? Новый релик. Ну классный. Прыгают, прыгают шарики. Будут прыгать просто. У-у-у, лететь. Слушай, ну правда усиленный порох тоже хорош. Вот был бы у нас в прошлый раз усиленный порох, мы бы точно не проиграли. Вот порох, он очень классный. Слушай, может он даже сильнее, чем домик для слаймов. Билд на бомбы? Слушай, наверное, да. Наверное, порох правильно. Босс-слизень? Да. И одна элитка. Угу. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Красная команда. О, похожее начало. Да, хорошо. Сейчас кританем кинжаром. Не кританули. Бомба! Да! Хо-хо! Руина в синей футболке. Красивая. Решетка руина. Красивая. Алекс Шики, спасибо большое за донат. Спасибо за 100 сердечком. Слушайте, а я чувствую, что это победная. Я чувствую, что это прям победная. У нас очень сильный старт, смотри. Мы тут сейчас золото нафармим. Вообще все зафармим золото. И будет классно. 22, у нас есть порох. Порох мега крутой. Да. И найдем свечу. Будем фармить еще релики. Ага. Будет хорошо. Будет очень-очень прекрасно. Так, теперь давай обновим стол с бомбочкой. Да, там один урона не хватит на бомбочке. Но ничего. 27 золота. Так, сфокусировались. Полное внимание. Попытка номер 2. Ну просто мы в прошлый раз реально проиграли из-за одной неудачной эрки. Мономяч. Да. Плюс 1, плюс 2 за каждый камень в сумке. Билд на камни. Самокритичность. Каждая атака крит добавляет криты еще. Слушай, ну мономяч в начале и сразу элитку идти бить. Ну заманчиво, да. Заманчиво. Лучше огненный, чем мономяч. Ну а против Минотавра мономяч лучше. Против Минотавра лучше мономяч. Да. Билд на камни только не надо. Билд на камни надо было в прошлом забеге собирать, да? Угу. Огненный может тоже неплохо сыграть у нас. А у нас нет выбора, нам нужно на эту элитку идти. Если мы хотим получить релик, нужно идти на эту элитку. Потому что если мы этот релик... А хотя мы можем через магазин пойти, конечно. А может и нет, можно через магазин пойти. Что мы можем? Огненный для бомб с порохом. Но у нас лечилок никаких нет сейчас. Огненный. Да. Угу. Ну, можно на эту элитку пойти через магазин. Но если через магазин, можно вообще пропустить тогда. И подождать. Да? Не знаю. Не знаю. Как? Как нам лучше сделать? Ох-охо, сложно. Вот ребята говорят, через магазин идти. Слушай, ну мономяч пропускать в начале игры как-то страшно. Или пропускаем? Мономяч здесь и сейчас он сильней. Потом непонятно, потом он будет слабей. Не, я думаю, мономяч надо сейчас брать. Он на элитке прям хорошо себя покажет. Да и в обычных боях тоже. Ага, ну и нам обязательно надо направо идти, если хотим релик получить. Мы хотим. Хотим релик, и там посмотрим. Может, кстати, на релике попытаемся выбить дополнительный релик этим. Попытаемся выбить дополнительный релик через... Ой-ой-ой-ой-ой. Плохие броски. Так, спокойно. Мономяч, давай. Давай, мономяч, делай красивое. Много урона. Молодец. Бабах. Бомбы нужны. Нужны бомбы здесь. Так, давай вот эту попытаемся. Да. Хорошо. Ага. Теперь
Еще бы одну с той стороны, но что-то не получается. Тут, наверное, выгоднее каритануть. А вот стол обновлять не надо было. На самом деле. Так. Одну бомбочку. Одну бомбочку, ну же. Не получилось. Пропустим здесь пару ударов. Но ничего страшного. Так. Ай. Ничего, все нормально. Отыгрываемся. Давай сюда. Живем. И камень. Камень вот сюда, через крит. И бомбочку почти достал. Почти достал, но не совсем. О, мы 14 урона выбьем сейчас камнем. Не факт, да? Ну хоть одну бомбу еще. Давай, давай. Да, даже не понадобилось. Да! Хо-хо! Как хорошо! Шаровуха! А вот это уже! А если выиграешь, что разбнешь заранее, раз уж все не считается. Кёпа, да я уверен, если выбирал бы цели для вампирика, ты мог бы выиграть на рыцаре. Андрей, я уже разбанил. Но могу вернуть, как было. Спасибо за донат. Спасибо за 666. Я уже разбанил обратно. Ой, уже я все, я убрал уже. Спасибо за донат. Ой, господи. Ой. Ой, спасибо за 666 сердечком. Я очень ценю поддержку. Я не забанил, я просто отстранил на время. Но вернул, как было. Ой. Так, короче. Нам надо покупать шаровуху. Покупаем шаровуху. Да, вот это наш шарик. Яд плюс массовый урон. Если там будут цветы, мы в шоколаде. Я ж тебя разбанил, напиши что-нибудь в чат. На всякий случай. Опа. Меч Крит-Рунец и Крит-Руно. Золотое. О. Да. Ну, Крит-Руно, правда, сейчас ничего не делает. Но в будущем, когда прокачаемся и наберем 43 крита... Угу. Меч Крит-Рунец сейчас тоже будет не особо много чего делать, честно говоря. С одним критом. Там это будет там 3 урона один раз за бросок. Вот ни о чем. Под него тоже много критов надо. Но если уж набирать много критов, то надо брать Крит-Руну. А и здесь можно попробовать релик украсть. Да? Можно. А, почти, еще одна бомба. Одна бомбочка еще вот задели бы, и это был бы релик. Тут, к сожалению, ничего не купить. Да, ну что. Что ж. Ну, было близко. Давай сюда. Вот тут на элитку точно придется идти. Шарики, яд. По-любому яд. Без вариантов яд. Хотя слизневый шарик тоже хорошо, но нам нужен этот яд. Куда, 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 куда? Куда ты летишь? Пеглин, что? Короткое замечание. Применяет слизь каждому восьмому задетому штырю. Слушай, ну у ученого этот шарик намного сильнее, потому что он 2-4. Да, а здесь он 1-2. То есть, не, это электрослизь, это все замечательно. Но она 1-2. И у нее с уровнями не улучшается урон. Не знаю, стоит ли брать. Может, стоит скипать, да. М-м-м.
Я думаю, реально он лишний. Ну вот прям реально лишний. Он сейчас ничего особо делать не будет. Да, не поможет нам. Цветы. Цветы это хорошо. У нас есть шаровуха против них для масс урона. Так, давай камень сюда. Критуем. Хотя бы даже не улучшенным камнем, но критуем. Бабах. Отлично. Так, еще один камень. Можно здесь обновить стол, но мне, честно говоря, хочется критануть. Очень хочется критануть. Да. 100. Всего 100, потому что не покатилось, но лучше, чем ничего. Шаровуха. Тоже может критануть. Не особо сильно, но лучше, чем никак. 14, это тоже 14. О, кстати, анимация новая у нее. Прикольно. Стол обновляем. Да, может было тут кинжар бросить, но я был не уверен, попадем ли в крит. И, кстати, не попали. Так что, по-моему, камень хороший получился. Кинжар. Вот тут надо критовать, как хочешь, кинжар. Вот критуй. Да, молодец. Молодец, красавец. У нас 43 жизни. Страшно. Но все хорошо. Так. А набьет ли лошарик? Простите. 31 урона не набьет. Просто не набьет, поэтому обновляем стол. И тут, конечно, оверкил, но лучше так, чем никак. А крит кинжаром на самом деле можно выдать. По-моему, да, тут получится. Не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то страшно. И эрка неудачно лежит. На самом деле эту эрку подрубить будет тяжело. Давай вот так камень. Шаровухи. А как? А что? А ну да. Ну хорошо. Решили, что не будем сегодня дела делать. Шаровуха делает боньк. И камнем обновляем. Да, задоджили крит профессионально. Ну, давай вот так вот. Ага. Может, кританем и добьем. А, мы добьем без крита. Оверкил. Победа. Фух, элитку завалили. Живем. Кстати, совершенствование. Дает круглицепсы и 2 бронебублика. Но у нас крит руно, нам круглицепсы не очень актуальны. Хотя вообще прикольный шарик. Что-то плохой бой, да, я думал будет лучше. Магнит взять? 23 здоровья. Надо лечиться. Куриная ножка. Аппарат хочется взять. Аппарат очень хочется. Каждый четвертый выстрел с мультишаром. Но мне кажется, ножка не обсуждается. Это лечит на 25 и на будущее максимальное ТХП дает. Да. Давай. Да! Дополнительная эрка на столе. Угу. Ага. Здесь пытаемся выбить. Близко, очень близко. Круглостраж. Вы не получаете урона от атак во время перезарядки. Угу. Еще раз пытаемся выбить релик. Ну, у нас есть круглостраж, ребят. Я что-то такой же бросок дурацкий сделал 2 раза подряд. Но у нас есть круглостраж. И это уже оно. Да, это оно. И это нас радует. Нет, круглостраж-то, все, это классно. Отменили почти все эффекты возвышения, да, хпшку вернули, эрку вернули, критов еще добавить на стол, да, и будет вообще хорошо. И бомбы усилить, и хп боссом уменьшить, и хил после боя увеличить, и еще пару дебафов можно было бы снять. Так, что какой-то худший шарик в истории. Не, мы бой потеряли, но я очень надеялся, что мы... Я очень-очень-очень сильно надеялся, что мы с вами сможем там релик вытащить через порох. Прям хотелось мне. Хотелось, но не получилось. Ну, бывает, что ж. О, какой крит, да. Красивая.
Бабах. Шария. Да? Шария. Угу. Получим крит урон. Будет хорошо. Камень. Не-не-не-не-не. Шария, ну, если мы идем на крит урон, надо Шарию брать. Да. Критов нет, но Шария есть. Ай. Шарию не надо, нам надо здесь и сейчас. Шария здесь и сейчас, она дает тебе урон. О, это страшно. Так, здесь надо побыстрее играть шаровуху. Эрки все спрятались, посмотри на них. А, эти эрки будут вообще никак не выбить. Не боимся. Кидаем шаровуху. Да. Она нанесет массовый урон. Плюс яд. Все хорошо. Бабах. Один яда всего. Вот надо было, может, ее улучшать. Вместо шарей всяких. Может быть. Может быть, надо было ее улучшать. Ну, это, в этом есть смысл. В этом есть смысл. И да. Тут ошибки, наверное, были сделаны, получается. Бомбочка. Одну бомбочку, и бой закончен. Но где бы ее взять? Камень на 120. Да это хорошо. Это отлично. А дальше что будем делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пытаться бомбу вычислить, да? Иначе все бесполезно. Я думаю, мы проиграли, ребят. Ну, тут... Да. Мы сейчас потеряем все здоровье. Хотя, может, не... Доктор! Всегда можно вытащить доктора. Может быть, и получится. Здесь мы урона не получаем. Щит сейвит. Теперь, да. Теперь бомбочка пошла. Да. Ого, это сейвит еще здесь. Так, так. 23 здоровья. Ай, не туда направил. А хотя нет, все хорошо. Теперь давай сюда, сюда, сюда. И... Ай! Не дотянулся до крита. Ну, Шария, я не знаю. Ты у нас для красоты в основном. Я надеюсь, что на слизни нам критический урон поможет. Надо лечиться, надо улучшать шаровуху на слизня. И надеяться на лучшее. Ну как вот, ну что, ну в огонь прям упал. Не-не-не. Проща, ожерелье, стейк. Либо прощу, либо стейк. Стейк. Под стейк маленькую колоду. Да? Угу. 32 здоровья. Можно ли убить слизня? А буду честен, по-моему, нет. По-моему, это просто математически не проходится нашими шарами. Я не знаю. Тут какой надо бросок сделать на миллиард. И нужны криты каждый ход. Которых у нас не будет, потому что криты в центре. Каждый ход скип. А урон чем мы наносить будем? Ну, мы полечим 6 здоровья и не нанесем урона. Пусть сейчас бы скипнули все самые сильные шарики. И чего? Он дойдет, съест нас и будет... А нет, тут математика просто никак не прокатывает. Не прокатывает. Криты здесь нужны, а их нет. А крит только в центре эксклюзивно обитает. О, теперь крит на камень. Критует камень. Бабах. Ну да, мы скипаем, но он все равно делает 2 хода, съедает нас. И вот там крит лежит. Да. Критани. Нет.
Не, по-моему, ребят, это все. Тут просто тупо урона не, нет. Ну, никакого. У него половина жизни осталась тут. Без вариантов. Не пробиваем. О, ладно, хорошо, слушайте, ну чё. Я беру свои слова назад. Что ты там ставил? Ничего, мы же договорились по-хорошему. Что вы мне шанс дадите отыграться? Месяц? Нет, мы не договаривались. Да, мы просто договорились, что вы мне дадите шанс отыграться последний. Ну как друзья. Как друг другу. Чат не согласился. Согласился, я видел. Договаривались на месяц? Нет, такого не было. Посмотрите клип. Отыграться без ставки? Ну да. Удвоения не было. Не было удвоения. Вот мы говорили про удвоение, пока я ходил... Пока я ходил этот... переодевал футболку. А потом удвоения уже не было. Чего? Ну хорошо, давайте удвоение, если я проиграю на инженере. Давайте, если я на инженере проиграю, тогда будет удвоение. Так будет честно. На инженере утроение? На инженере на 15-м? Ну у нас не открыто 15-е. У нас 8-е. Маленькое возвышение. 8-е, смотри, там золото не дают. Тут тоже все честно. Какое у щитовика? 11-е. Если проиграешь на инженере, то красишь бороду в синий чат плюс ставим. Бороду в синий? Так меня посадят. Чью бороду? Вот, да, лазейка. Чью бороду? Так модно сейчас? Я не знал, что так модно. Все равно на улице не выходишь. Ты говоришь, мы дали тебе шанс по-дружески. Раз мы друзья, скажи, как зовут хотя бы четверть чата, имена. Я всех знаю наизусть, конечно. Руинс, вот тебя знаю, Алекс, Шики, Гидра. Некрокрит, Маджвон, всех знаю по именам. Артес, да, Доктор Здор, вот. Шарослав по паспорту.